Привет, друзья! Находясь на острове, мы первым делом для того, чтобы проснуться каждое утро, ходим купаться в океан. Damn girl, I know that you're stressed. Just come to the bed and then take off your dress. You are the answer, so I ain't gotta guess. I'm just hoping that you know all you gotta say is yes, yeah. And we can leave our problems behind. It's so nice, we could do this in the meantime. And where you at? Got my hand on your back. And I'm playing with your cat and I ain't talking about a feline. Nah, and love's a feeling I blame. And I'm not a bowler, but you know I'm feeling the frame. Didn't know that Cupid's willing to aim. And it's funny, cause like Jake in the 90s, well I'm still with my dame, I mean. Договорился с ребятами, которые здесь работают. Они мне нашли чувачка, который занимается прокатом мопедов, и он мне вот сейчас должен привезти мопед прямо сюда, чтобы я никуда не ездил. What's your name? Привезли мопед, вроде бы нормальный, сейчас я вам его покажу. Нацепил вот такую вот штуку на шлем. Довольно-таки страшновато выезжать, потому что движение здесь действительно бешеное. Еще и не в ту сторону, в которую мы привыкли ездить. Вот такой вот мопед, вроде бы более-менее новенький, единственное, они с пустым баком привезли, нужно будет сейчас ехать заправлять. Давно мечтал вот так вот выехать и проехаться вдоль острова на мопеде или на мотоцикле. Конечно, было бы намного круче взять мотоцикл, но пока что страшновато. Буду пока начинать с мопеда. And then it's in your lips, and then I bring it way down straight to your hips. I'm something like a stylist, I'm making sure it fits. I just wanna start grinding like the motherfucking clips. It's finna go off, but I reload, cause you know you got them curves like a windy road. Ребятки, едем вдоль острова, нереально крутые чувства. Если вы вдруг когда-то поедете вот так вот куда-то, похожее место, обязательно приведите мопед. Это незабываемое, непередаваемое ощущение. Реально очень круто, когда ты едешь по чужой стране, вот такие вот. Сколько у нас бензина, и спидометр не работает, но это все, а еще и заводится плохо, но это все херня, я надеюсь, мы вернемся все-таки назад, реально очень-очень-очень красиво, у меня даже нет слов, чтобы это все описать. Что ты думаешь, Жень, по поводу езды? Поделиться можно? Можно. Отъехали хрен знает куда от нашего города, проехали 2 или 3 городка, там бешеное движение дальше. Мопед у нас плохо заводится, поэтому он не глушится, сейчас пойду покупаюсь. Не знаю, как здесь, можно ли купаться, нет ли здесь течений, камней, но попробуем. Решили остановиться вдоль дороги, немного похавать, отдохнуть, набраться сил. И, естественно, выйти к вам в перископ. Сейчас быстро поперископлюсь, поживем и будем двигаться дальше. Вот такую вот еду мы стали здесь покупать. Очень вкусная штука, очень офигенная. Жень, как называется еда? Коты. Называется коты, как-то так. Или коту, коту, по-моему. Если будете на Шри-Ланке, покупайте, классная, вкусная штука. Пока сидели и кушали, мне написал подписчик, он сейчас находится тоже здесь на Шри-Ланке, и как раз в этом городе, через который мы едем. Я ему написал, что сейчас к нему подъеду, встречусь, сфоткаюсь. Это вроде как школьник какой-то, но и бэймиксер. Так что сейчас поедем, встретимся с подписчиком. Как зовут тебя? Откуда ты приехал? Прикольно, давно ты здесь? Ясно, как тебе нравится? Подарок мне вынес? Ну спасибо тебе большое, давай хорошего тебе отдыха. А где ты еще отдыхал, расскажи, в каких странах? Я отдыхал на Исыкуле, это Казахстан. Ага. Потом здесь и на Гуаше. Ясно, и где больше всего понравилось? На Гуаше. Ясно. Ну давай, а ты на BMX, да, катаешь? Да. Давно? Что уже умеешь из трюков? Ну там барспин, трешку сейчас еще. Да, красавчик. Ну все, давай, удачи тебе. Все, давай, хорошего отдыха. Привет ребятам своего города. Давай, пока. Парень немного стеснялся, но очень приятно, что люди вот так вот написали. Я был, ну, может, 2 километра отсюда, сел сразу, проехал. Ну, приятно, когда встречаешь человека, который тебя знает совершенно на другой стране. But if I could help.
should help you find yourself. What are you looking for? It's right in front of you. You know what they say, how it's all been done before. Открыли дома пакетик с подарками подписчика, он нам наложил вот таких вот, я не знаю, это что-то типа пудинга. Спасибо парню, очень приятно реально. Даже положил нам ложечки, вот такие вот маленькие конфетки и вот такой браслет. Да, моя девушка напялила его уже, ходила, красовалась, но я, возможно, у нее его забыл. Скажем? Да. Да. Приехали к океану встретить здесь, закат чуть, пофоткаться. Вот такая вот красота везде, по берегу. Ну и сейчас будем уже возвращаться домой. Сегодня у меня на канале юбилей небольшой, 4000 подписчиков. Будем немножко его отмечать. Я привез с собой бутылку шампанского. Пойдем на пляж, откроем шампанское. Ну а кому понравилось видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. С вами был Дима Яструб. Всем огромное спасибо за внимание. Удачи и пока.